Привет, друзья! Ключ для срочной помощи и самопомощи при стрессе. Я сделал такой ролик с таким названием «Свали гора Ван из Молдавии». Я обещал вам в прошлый раз, что я приглашу ее на встречу, и она согласилась. И она рассказывала, я там тоже комментировал, и целый час это происходило. И вот он у меня грузится, сейчас и грузится, я не знаю по какой причине, может интернет такой был или что, но дело в том, что когда мы говорили, вот эту картину я показал Вале, да, вот-вот Наташа мне из Беларуси пишет, что она загрузила, кажется, подожди. Кажется, загрузила. Вот все не помогают, только вместе мы сила. Я там показывал эту картину, говорю, в честь нашей дружбы, вот сейчас вот эту картину я закончил. Ну, какая великолепная. Ее Надару Беридзе, который чемпион веломарафон с группой там по земному шару, доброту несет, такая вот программа. Действительно, доброта только спасет мир. Да, Достоевский говорил, красота спасет мир, а я говорю, на вкус и цвет товарища нет, доброта спасет. Это очевидная вещь, доброта. И вот мы там как раз-таки целый час номер нужен. Сейчас, Наташа, я отвечу. Короче говоря, этот видео выйдет после этого ролика сейчасного, который я сейчас делаю. А там, боюсь, эту картину не видно, потому что Валя... Она не могла там найти, какие кнопки включать. Она никогда не пользовалась. Она же не делала запись, я ее поэтому уговорил. И такая запись получилась, что я боюсь, что там картину не видно. Но я поэтому ее заранее вам показываю. А там я не говорю. Да. И много приветов там передаю. Вы послушайте. Ну, короче говоря, ролик будет. Ну просто его надо вот сейчас всем, Минздраву, Минобразованию, там всем показать, чтобы, значит, и скорой помощи научить, всем показать, что такое ключ и его возможности. Да, это очень показательно, потому что это живая ситуация. За качество записи я не ручаюсь, ну ничего. Как говорится, кто хочет, тот послушает, посмотрит, поймет, начнет этим пользоваться. Вот это тогда, значит, мы с Валей сделали полезное дело. Ради чего, собственно говоря, я сейчас и это предисловие делаю. И сейчас посмотрим, если ролик все-таки загрузится. Там Наташа загружает и вкладки вставляет, и подсказки вставляет. Все вместе мы сила, да, наука человечности и метод ключ. Да, конечно, вот что поможет миру спасти разум на планете и здоровье каждого. Да, давайте, друзья, посмотрим сейчас следующий ролик.